Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня вяжем крючком вот такие вот тапочки-сапожки, двухцветные тапочки-сапожки крючком на все размеры, на любой крючок. У меня черный и вот такие вот фиолетовые ниточки два цвета, крючок 4 миллиметра. И обрисовала я свою ногу. Вы же обрисовываете будь свою, либо детей. У меня нога 25 сантиметров. И я набираю цепочку. Вот 25 петель. Ой, 25 сантиметров. По сути, считаем мы только для того, чтобы потом связать второй такого же размера. Далее начинаем вязание. Первый ряд столбик без накида. Черной нитью или любой другой. Довязала я до конца ряда, теперь делаю одну воздушную петлю подъема и меняю нить. Давайте я ее привяжу. Это делать не обязательно, вы можете связать однотонные тапочки. Теперь вот смотрите, вот это наша петля подъема. Я надеюсь, что вам видно. Я еще раз покажу на фиолетовых нитках. Одну петлю пропускаем и со второй мы вяжем столбиком без накида, но за заднюю стенку, не за переднюю, а за заднюю. То есть если вот видно вам косичку, то есть за заднюю сторону этой косички мы вяжем этот столбик. Вяжу я достаточно свободно, чтобы полотно было эластичным. Так, до конца ряда. Провязала я до конца ряда, теперь делаю воздушную петлю подъема. И вот сейчас вот будет хорошо видно, смотрите, вот она, воздушная петля подъема. Вот эту вторую мы пропускаем, и как бы получается, что из третьей петли мы вяжем за заднюю стеночку. Вот теперь это все видно. Далее мы продолжаем ровное вязание по 2 ряда. То есть 2 ряда черной нитью, 2 ряда фиолетовой нитью. Продолжаем вязать ровное полотно. Далее, вот когда мы связали вот такое вот полотно, оно у нас прямоугольное. Сложим вот так вот. Вот здесь вот, вот когда мы складываем, и здесь у нас 4 сантиметра остается. Видите? Вот в этот момент мы делаем наш уголочек. Для этого не довязываем до конца ряда 4 сантиметра. Проверяем 4 сантиметра. И вот так вот еще раз, один раз проверяем. Вот, все правильно. И теперь мы продолжаем вязание вверх, но только вот этой вот части, без этих 4 сантиметров. Вот еще провязала я 4 сантиметра, то есть чтобы этот уголочек у меня соответствовал. То есть если я вот так вот сложу, то здесь у меня тоже все совпадает. Складываем пополам, так как у нас лицевая и изнаночная сторона одинаковая. Вот мы совмещаем вот эти два тапочка, чтобы у нас было одинаковое в зеркальном отображении вот это расположение полос. Вот так вот я сложила, чтобы у меня все совпадало, и буду сшивать. Сшивать я буду вот эту сторону и здесь вот ровно половину. То есть если сложить на пополам, здесь я сшиваю до половины. Так, и теперь вот этот уголочек, сшила я эту сторону, и вот если разделить на пополам, то начинаю сшивать от середины. И все выворачиваем на лицевую сторону, делаем отворот. Девчонки, здесь прекрасно оно, видите, растягивается и садится по ножке, по ноге. Так, вот такие вот сапожки. Вот, а я с вами, девчонки, прощаюсь. Не забываем ставить лайки, подписываться.
подписываться на канал, обязательно подписываться на Инстаграм. Ну и все. И вязать себе обновки. Все, мои хорошие, с вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока!